Друзья, хочу немножко закрепить сегодняшнюю тему по витаминам, которые я вам предлагаю пропивать на постоянной основе, на курсовой основе. Во-первых, что хочу сказать? Хочу сказать про витамин D. Да, про него уже много было сказано, что его нужно пить каждый день, и причем неважно, где вы проживаете, потому что все мы в дефиците витамина D, при том в большом дефиците. Мы редко бываем на улице, если так по-честному, да, чтобы вот так вот находиться в середине дня, открыто, без одежды, на солнышке, чтобы получить витамин D из солнца, да. Ну и опять же, извините, вы не будете же бегать по улице голышом с 11 до 12, получать ожоги солнечные, чтобы опять получить витамин D. А это нужно делать каждый день. Вот представили, да? Поняли, что витамин D нам из солнца очень сложно получить. Как еще говорят, витамин D мы можем получать из каких-то других веществ. Хорошо. Ну, если мы будем кушать их на постоянной основе, при том каждый день, и при этом, скажем, не забывая, ну, прекрасно тогда. Но, друзья, насколько быстро и удобно и комфортно получить витамин D от сибирского здоровья? Утром, после или во время завтрака капайте себе под язык, либо на еду с вашими бутербродами с маслом, и будет вам счастье. Вы принимаете его с утра, этот витамин D, и пошли по своим каким-то там делам. Да, он безвкусный, у него нет запаха, вкус нейтральный. Если не хотите в каплях, у нас есть в капсулах детский, он также подойдет как детям, так и взрослым, только, конечно, соответственно, дозировки будут разные. Дальше, натуральные витамины, нутришены, которые я очень люблю. И, друзья, обратите внимание, особенно те, у кого плохо работает ЖКТ. Как это выражается? Например, когда у вас излишнее газообразование, когда у вас нестабильный стул, когда у вас, извините, бывают то запоры, то наоборот расстройства, когда у вас отрыжки, давит желудок, тошнит, что-то крутит, вертит и так далее. Вот это говорит о том, что ваш желудочно-кишечный тракт не в порядке. Для того, чтобы наши витамины, минералы, микроэлементы усваивались, нужно, чтобы с нашим ЖКТ было все в порядке. Так, чтобы он работал как часы, чтобы было там все замечательно. К сожалению, этим похвастаться могут не все, далеко не все, особенно в наше время. Что нужно делать? В любом случае, вы кушаете, пища, отходы выходят на выход, и ваш организм, он, конечно, ну, как может, так и добывает это из пищи, что-то полезное. Я говорю, как может, потому что у всех, ну, по-разному, понимаете, да? Так вот, синтетические витамины, которые более дешевые, чтобы из них добыть полезных веществ, сил надо уже больше. Нужно больше прикладывать усилий, чтобы добыть эти витамины организму. Так вот, я не говорю, что эти витамины плохие какие-то, да? Нет, они хорошие, они сделаны по стандартам, по сертификатам и так далее. Они работают великолепно, но на желудочно-кишечном тракте, который нормальный, который здоровый или почти здоровый, даже где-то процентов на 80. К сожалению, еще раз повторюсь, не все могут этим похвастаться. И неважно, какой там возраст, да, 12-13 лет есть уже проблемы с ЖКТ, есть и взрослые в 70 лет с нормальным ЖКТ. Вот такая история, друзья. И тут мне, конечно, очень важно ваше состояние. Когда вы пишете мне в личку, я для вас подбираю тот или иной продукт. Натуральные витамины, они потому и натуральные, они максимально приближены к тому, что какие они должны быть в природе. То есть вам природные натуральные витамины упаковали, сделали их биодоступными, которые быстро всасываются, быстро усваиваются организмом, и их будет организм быстро перерабатывать. Они будут быстрее работать на каких-то стадиях вашего организма, на поддержке, на красоте, неважно. Натуральные витамины, они сделаны для того, чтобы люди ослабленные, люди с плохим ЖКТ могли максимально быстро помочь себе, помочь в разных вопросах. Если вы и так уже больны после затяжной какой-то болезни, организм у вас ослаблен, нужно быстро дать то, чтобы вы могли максимально быстро себя восстановить. Витамины нужны организму. Помочь себе. Вот такая вот история, друзья. По производству этих витаминов, оно дорогое, потому как составляющие этих витаминов, они дорогие. Поэтому не ждите, что натуральные вам витамины будут стоить копейки, да, это недешево. Наши натуральные витамины, они, во-первых, сертифицированы для продажи в 60 странах. Это раз. А чтобы они продавались, эти витамины, нам нужно было пройти такие тернии, чтобы вот эти витамины пустили на какой-то еще другой рынок, помимо нашего. И вот все испытания, все заключения были получены. Также получены были великолепные результаты по применению этих витаминов. Несколько лет мы уже принимаем эти витамины, получаем шикарные результаты. Эти витамины можно пить на каждодневной основе. Они нужны нашему организму. Каждый день их можно кушать 365 дней в году.
Ну, конечно, если вам не 25, и вы здоровый, нет потребности такой, тогда можно принимать эти витамины раз в квартал. Если вам уже за 40, и у вас есть дефициты, есть куча признаков того, чтобы пить витамины, то, пожалуйста, пользуйтесь. Есть прекрасные мегавитамины, про которые я уже говорила выше, да? Особенно, кто занимается спортом, подростки, вообще будет отлично. Для тех, кто, скажем, активно занимается спортом, физическая работа, это мужчины, да, например, что-то пройдет транзитом, да, что-то усвоится. У всех, опять же, по-разному. Подбираем под себя, ну и цена, соответственно, совсем уже другая. Дальше, ритмы здоровья. Потрясающий витаминно-минеральный комплекс, который разделен на утро, на вечер, то есть мы пьем их в завтрак и пьем их в ужин, для того, чтобы дать необходимые витамины, необходимые вещества в определенный промежуток времени суток. В этих витаминах заложена уже хронобиологическая история. Утром мы пьем эти витамины, чтобы нам проснуться, зарядиться энергией, набраться сил, а вечерний прием – это уже чтобы успокоиться, расслабиться, восстановиться за ночь, чтобы утром быть готовым к новому дню. Вот такая вот история, друзья, с витаминами. Я могу вообще долго говорить о нашей продукции, витаминах, добавках. Просто пользуйтесь. А еще лучше напишите и спросите у меня про себя лично. И я уже подберу именно для вас тот продукт, который им нужен именно вам. Дам вам бесплатную консультацию, как своим клиентам. На этом все, друзья. Всем пока-пока. Будьте здоровы, берегите себя, будьте активны, позитивны. И хорошего вам дня.